все съему рот, всю жопу, все ебал этому нахуй ебаному фурункулу, блять. Нахуя, блять? Челу, наверное, было недостаточно, что на Твиче смотрят только, ебать, фильмы, аниме, блять. Ну, а сейчас еще будут смотреть, еще и за, блять, просто стрим запускаешь, сидишь, как я, просто сидишь, пиздишь, нихуя не делаешь, блять. Смотришь аниме, открываешь кейсики, блять, все, кайф. А нахуй думать, блять? А нахуй думать, блять? Классно, блять. Короче, давайте так. У меня 4.8 баллов. А у меня дохуя я знаю баллов, потому что, блять, у меня никто их не тратил ни на что. Да и скины сейчас дам, ребят. Сейчас вам дам сейчас скины, конечно же, вам сейчас дам. Сейчас вам дам скины, конечно же. Я просто знаю, как их это все работает. Открывать. Мне открывать просто скины рандомно, когда я говорю, я открываю скины. Нужно сначала что-то придумать, чтобы всех байтить. Чтобы всех батить людей на то, чтобы они заходили на мой стрим. У меня самые крутые. А что, трейд кидать? Трейд кидать, когда ты будешь покупать в награде канала, у тебя будет написано, когда ты покупаешь награду канала, у тебя будет написано, введите в текст вашу ссылку на Steam трейд и на ваш ВК, чтобы с вами связаться, если что, могли. Когда синий глянец будет. Хотите сейчас синий глянец ебану? Хотите сейчас синий глянец ебану? Можем сейчас и не глянь сделать. Ну-ка, давайте. Что хотел? А, нужно, я не могу, как, короче, мне рассказать то, что это, короче, работает как-то с ТикТоком. Ну, я не знаю, как мне в ТикТоке забатить, что я должен говорить. Давайте так, если видос, сейчас я сейчас начну клоунаду устраивать. Я сейчас начну устраивать клоунаду. Я сейчас начну устраивать клоунаду, говорить, типа, вот, заходите на мой Twitch канал, за просмотр стрима вы бесплатно получите дорогие, крутые скины. Начну вот эту хуйню говорить, а вы забрать этот видос в ТикТок, просто перезвать этот клип, например, кто-то сделайте клип, а вы перезвать этот видос в ТикТок, и я там буду, например, за 10 тысяч просмотров платить, типа, там, 100 рублей. Мне кажется, это нормальный прайс, за 10 тысяч просмотров платить 100 рублей. Итак, вы можете просто дохуя вообще виду, хоть 100 видосов залейте, блядь, и каждый наберет по десятке, в результате там, блядь, 20 тысяч, блядь, мне похуй. Понимаете, о чем я? 10 тысяч просмотров, это нихуя не... 10 тысяч просмотров, это, блядь, это просто пукнуть воздух и набрать 10 тысяч просмотров, это немного. Мало, блядь, тебе ничего не требуется, понимаешь? Ты заливаешь видос обычный, ты к видосу не прикладываешь никаких усилий. Понятно, можешь как-то смонтировать, чтобы подинамичнее было, и люди хотели досмотреть это до конца, но это от тебя зависит. Но так ты просто смонтировал видос, заливаешь его хоть, блядь, с 30 аккаунтов, вообще похуй. И из-за этого можешь получить шанс залутать деньги. Сколько хочешь, сколько залишь видоса, столько и залутаешь. Сколько они наберут, столько и залутаешь. 20 фолловеров до 300к. Ребят, 20 фолловеров осталось до 300 тысяч подписчиков. Ура, 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 ура. Круто, 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 круто. Сейчас бой. Я, правда, не знаю, как это все делать. Это, типа, просто рандомно посреди какого-то момента включать дроп и все. Это где, да, просто случайный образ включать дроп и все? Как это все делают? ТГ вместо ВК можно? В ТГ вместо ВК можно? ТГ, да, да, ну я ж пойму. Да, я пойму, если вы напишите, типа, Телеграм, и там ссылку на мой Телеграм, я пойму то, что это вот, типа, это Телеграм, окей. Правда, блядь, честно, я так был расстроен, когда эта вся хуйня произошла. Я так, у меня какая-то, блядь, тревога была ебаная. У меня сейчас целый день было какое-то ебаное состояние, тревожное, блядь, беспокоился просто ни из-за чего, просто мысли никакой нет. Но вот это состояние, как будто сейчас пить с кем-то будешь, блядь, постоянно оно вчера у меня было. Я пошел в кино, думаю, блядь, отвлекусь. Я, блядь, еще, кстати, Косте даже не рассказывал, блядь, такой стыд ебаный просто. Короче, я захожу... Давайте я сначала сделаю эту хуйню с приветствием, чтобы вы делали видосы в ТикТоке. Сейчас, подождите. Сейчас. Сука ебаная.
Алло, что? Алло, что? Ура, 300к! Ура! С днем рождения! Ура! Ребята, спасибо вам большое! Спасибо вам большое! Салам алейкум! Спасибо, ребят, большое! Все, спасибо большое! Все, спасибо большое! Большое. Ура, 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 как круто. Скины, бесплатные раздачи. Всем, по всем стримам выходим и говорим, уже самые крутые скины. О, где я говорю? А уже самые крутые скины. Уже самые крутые скины. И понимаете, блядь, если честно, если бы никто этого не делал, если бы уже Роман Магривский нахуй сам, блядь, встал в 2 часа утра просто, мне кажется, сидел, блядь, и сидел, стримил, блядь. Просто если бы не такая хуйня была, если бы все проигнорировали эту ситуацию, и вообще никто этого не делал, я бы тоже эту хуйню не делал, но это невозможно, блядь. И не хочется пробовать такой шанс, блядь. Если была такая ситуация, что просто, блядь, типа, стримили как стримили, люди смотрели из-за того, что, блядь, людям интересно смотреть стрим, а не из-за того, что, блядь, есть скины. И просто, блядь, ты свою ебаную скучную нахуй никому не нужную личность, блядь, продвигаешь ебаными скинами. Если бы такой хуйни не было, и стримили так же, как все есть, то, блядь, мне было бы только забить, потому что я-то интересный, а они-то скучные. Мне было только впрок, нахуй. Ну они, блядь, решили вот эту хуйню, блядь. Суки ебаные, блядь. Короче, сейчас нужно мне сделать 300к, ГГ. Что 300к? 2 крафта гунгнира, а, бля, ёбан. Я 2 крафта гунгнира вам должен? Серьезно? Сейчас, давайте сейчас быстро сделаю вот это вот видео, пожалуйста. Только сделайте клип кто-нибудь. И потом пометьте, кто будет делать клип для ТикТока, для видео в ТикТок. Напишите потом, когда если будете делать клип. Сейчас нужно придумать текст, чтобы никак не выглядел как еблан тупой. Я еще указывайте в описании мой Twitch канал. Это обязательно. Обязательное условие. В описании, либо в комментарии указать Twitch канал мой. Да, надо. Охуел? Ну да. Что хотел? Ой, бля, ебаный в рот. Как дышать тяжело, блядь, порою, нахуй. Как же сложно дышать, блядь. Давайте. Все, ребят. Что должен есть, блядь? Что вы должны говорить? Сейчас нужно специально тиктокерскую. Я-то тиктоки снимаю, понимаю, как тиктоки нужно делать ебаные, чтобы люди до конца досматривали. Нужно максимально ёбнутым быть, и чтобы все было динамично для детей 10 лет. Сделаем сейчас. Блять, что? Сейчас. Подождите. Ну что, Саша, блядь, такие, бля, о, красава, реально надо зайти, блядь. Сейчас, подождите. Я хочу сказать, эй, йоу, привет! Ой, блядь. Блядь, как сговорить нахуй? Я не знаю, что говорить, блядь. Музыку фон, чтобы хай был. Да музыку они сами могут наложить. Зачем им музыка? Они могут музыку сами наложить. Или ты можешь легче забрать у их работу, чтобы я сам все сделал? Что делать, блядь? О, давайте я как болт поставлю. Губы. Я губы поставлю, чтобы типа не понимали. О, хуй это вот. А не громко слышно? Нормально слышно? О, болт тема! И, кстати, указывайте лучше реально болт в описании под мои тиктоки, указывайте, прикрепляйте музыку, типа, прикрепляйте музыку губы, потому что сейчас губы опять хайп какой-то там, блядь, Егор Крид опять что-то снял, в Галя Карнавал, блядь, вчера что-то сняли. Ладно, короче, похуй, смонтируйте там, что-то сделайте нормально. На самого хайпового момента. Давай, пожалуйста, все нормально, блядь! А, ура. Я как болт. Нет. Я как болт. Блядь, какой же стыд, это просто не... Ладно, похуй, надо перетерпеть и дальше пойти, окей. Сейчас. Эй! Подождите. Подожди, сейчас заново. Ладно, похуй.
Я на свои баллы тупой смотрю, я не могу, блять. Подождите секунду, все, заново. И простите меня, пожалуйста. Здорово! Сегодня, блять, почему сегодня? Всегда, блять. Сейчас. Блять, а зачем? Я ж могу сразу так сделать, блять. Да, я знаю, ребят, простите, я позорный еблан, да, я знаю, я позорный дебил еблан, блять. Как круто, блин, кейсы, как круто, блин, круто, блин. Круто, кейсы, скины, кейсы. Ребята, подождите, я запишу, и после того, как я запишу, сделайте клипы, я открою вам сразу дорогой скин. Я открою вам АК-47, глянет, синий, блять. Да, сейчас. Сейчас, что здесь? Блять, как стыдно, блять. Эй-оу! Блять. Ладно, я похуй, я больше как еблан буду вестися. Йоу, здорово! Сегодня... не записывайте, не делайте клип. Здорово! На моем Twitch-канале по ссылке... По ссылке в описании, блядь, как это сказать, блядь? Как это, блядь, сказать? Простите, ребят, простите еще раз, прошу прощения, что я затягиваю. Здорово! На моем Twitch-канале ты можешь бесплатно получить дорогие скины! Вот там, блин, вот там. Бесплатно получить дорогие скины просто за просмотр прямого трансляции. Прямого трансляции? Да, я не умею разговаривать! А, похуй, блядь! ТикТок это не поощрит за мат. ТикТок мата не поощрит. Сука, блядская рожа! Блять. Эй, йоу, здорово! На моем Twitch-канале ты сможешь за просмотр прямой трансляции получить бесплатно дорогие скины. Вот они. Это все дорогие скины, которые будут обновляться каждый день. Их много, и ты можешь на выбор выбрать каждый скин. Поэтому заходи по ссылке в описании или комментарии на мой Twitch-канал и получай дорогие скины. Ура! Как круто! Все, фух, слава богу, блять. Как слава богу, что все получилось. И я этому рад, блять. Ого, бля. Повышен. Слабый. Вы охуели, блядь. Короче, сделайте клип и покидай, пожалуйста. Сделай клип 50 тысяч онлайна. Уже 50 тысяч онлайна! Сделайте клип, только нормальный. Лафайна можешь, или кто-нибудь там кто из модерационного состава присутствует, покидать, бой там покидать, или кто-нибудь покидать нормальный клип. Ты сейчас нормальный сделал, точно? Сейчас проверю. Сейчас проверку сделаю. Ментальную проверку сделаю. Я думаю, что завтра, наверное, поиграть. А, бля, я завтра в Армавир же уезжаю, сука. Я сегодня ночью уезжаю в Армавир и... в Армавире хочу провести RL стрим, но, блядь. Как классно. Не открой стрим. Блядь. Ну ты нахуй, ты клип, блядь. Вот мне тебе вопрос, бой. Ты еблан, тебе 23 года человеку, ты не можешь обрезать клипы, блядь. Эй, йоу, здорово. На моем Twitch-канале ты сможешь за просмотр прямой трансляции получить бесплатно... Блять, я разговариваю еще. Ну реально, вот у меня голос, я понял, что у меня голос, ну, ебаного утырка, блять. Дорогие скины, вот они. Ну, блять, видно, чел еще даже не проснулся, он еще даже не понял, блять, в какой он вообще проекции мира обитает, блять. Что, а что у него с голосом, блять? Выбери нормальный, Кристиночка, блять, ну выбери какой нормальный и покидай его, спам весь чат или прикрепи его, моботы сами спамьте. Чтобы в нем было больше всего, блядь. И они сделали 600 разных клипов, блядь. Скажи, какой, блядь. Я сам не понимаю, чтобы мне проспамить. Вон, для ТикТока Лафайна спамит. Его загружайте, его там что-то делайте, обрабатывайте, как хотите, чтобы... Понимаете, я делаю это все скучно и динамично. Ну, постарался как более-менее динамично сделать, но... ТикТок нужно, чтобы супер было все всасано именно в секунду, блядь. И чтобы вы въебали прям, и люди хотели полностью посмотреть все или даже пересмотреть. Только тогда. Все, короче, я сейчас открываю... Нет, а я сейчас другую открою, блядь. А хули мне сказали, что, блядь, я сейчас другую какую-то открою? Тоже какой-то прикольный, но... А мне говорить? Мне сообщать о том, какой я скин покупаю или не говорить? Мне говорить о том, какой я скин покупаю или нет? Готовьте ссылку на трейд ВК, там написано, блядь, все, ну что ты ебаный хуй.
Просмотр, да. Сейчас говорить, не говори, нет, я не буду говорить, ладно, тогда не буду говорить. Сейчас, так у меня их много разных. У меня, короче, поняли, типа, у меня их много разных категорий, но в одной категории может быть вообще один скин, в другой категории может быть 5 скинов, а в одном один, одним другой, другой пятый, шестой. Давайте, сейчас. А, вот это тот скин. Или нет? Ну, это нормально, вроде недорогой, и пока что заебись. Наверное, наебалось. Я вас наебал. А, нет. Оп! Ха-ха, долбоёбы купили. Уже купили. Уже челы купили, блядь. Бля, как вы так быстро купили, нахуй? А как вы так быстро купили? Я нажал, сразу же отменил, и вы два скина уже купили. Как так, блядь? А вы, а где тут ботов, мне интересно? На этой хуйне нет ботов? Чё? Боты, они в секундах купили. Тык-тык, блядь, только появился сразу же. Но это вроде сейчас. Я хочу узнать, это живые люди? Сейчас проверку сделаю. Я же проверку сделаю на то, вообще это живые люди или нет. Потому что... Объясни, как покупать. Ты сидишь на стриме, смотришь стрим. Ничего не делаешь, просто смотришь стрим. И у тебя вот здесь вот, 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 вот. И у тебя вот здесь вот копятся баллы. У меня их бесконечность, потому что я владелец канала. А у тебя там их там 1000, 2, 10, 15, 30, 40 тысяч. И за них ты покупаешь себе скины. Которые указаны вот здесь вот. Ты, например, накопил 40 тысяч баллов и захотел купить себе... А нет, только у меня 40 тысяч баллов нужно будет. Хочешь, у тебя 40 тысяч баллов, ты купить, хочешь купить тебе за 45. Вот, аук хамелеон. Либо меха на пушку за 50. Поэтому... Просто сидишь, смотришь стримы, получаешь эти... Сейчас, это потом... А, это потом сделаю. Окей, я потом, после стрима всем все выдам. Охуенно объяснил. Объяснять ничего не надо, все за вас Twitch сделал. Просто сиди, смотрите стрим, блядь, своими глазками. И ничего не делайте. С ботами никак не выкупить. Да с ботами купить тоже. Но почему это не боты, это живые люди. Не может быть у неживых людей. Вот смотрите, показываю тот человек, который купил. А не понял. Ну вот он пишет не бот. Вот он пишет не бот. Не знаю, а вот этот, сейчас я тебя проверю их, просто мне интересно. Мне просто интересно, я хочу проверку сделать. О, вот, живой человек, подписан с января 2021 года. Ну плюс это сейчас еще недорогой скин был. Это плюс еще сейчас, спасибо большое Книвен за подписку. Сейчас я скажу, это ж недорогой скин был. Грифон. Вот, а он 25 кусков стоил, кстати. Он 25 тысяч стоил, кстати. А он 25 тысяч, кстати, стоил. Ну, это странно, что его так быстро купили. Не знаю. Когда покупаешь, да, когда покупаешь, указываешь ссылку на трейд, в описании. У тебя там вылезает текст. И ты должен просто написать, вот. У тебя просит, награда временная доступна, но у вас будет написано, написать ссылку на трейд Steam и ВК. И ты сюда пишешь ссылку на трейд Steam и ВК, и все подряд. Ничего не делаешь для этого. А с телефона баллы копятся? Да, с телефона также копятся баллы. С телефона также копятся баллы, поэтому ничего не нужно. А что? А давайте как раз я буду ТикТок смотреть. Вы будете меня упоминать, а я буду смотреть ТикТок и смотреть, где вы меня упоминали, и я буду смотреть, нормально или нет. Что? О, мне, да? Спасибо большое, коллега. Небольшая затравочка. Это что такое? Ты купил себе прямп? Да. Это прямп уже? Да. Ну это такой себе. Типа. Такой? Зачем такой себе купил? Потому что не такой себе, ждать 5 месяцев. Окей. Все, я занятой, занятой. 5 недель, типа, ждать. А? Нормальный прямп, ждать 5 недель. Где? Хорошо. Блядь, что он ушел? Заебал меня уже, блядь, в последнее время. Блядь, я не знаю, как я буду делать этот стрим, если буду в Армавире, как мне стримить с этими кейсами, потому что я 1 апреля, кстати, кто не знал, кому 18 лет, и у кого 1 апреля, те, кто не знали, как бы, ребят, в армию скоро, через пару дней, в армию, как бы, кто не знал.
А, и поэтому я еду в Армавир, чтобы мне опять пойти в военкомат. Да? Да, да, круто. Да, круто. Военкомат опять. Круто, да. Сейчас поменьше сделаю. Ого, как раз идеально, блядь. Поэтому я в армию иду, поэтому я иду в армию. Зачем я провожу этот стрим? Я не знаю, если я иду в армию через пару дней. Странно. Не, я не годен, все нормально. Привет, Вадим. Ой-ой-ой. Сейчас, подожди, даже пчихну. Ой, даже пчихнуть. Ай, блядь. Ой, блядь. Указывайте меня в ТикТоках, пожалуйста, ребят. Указывайте меня в ТикТоках, чтобы я смотрел. Ого, это я! Ого, это классный я! Ого, это такой классный я! Здорово! На моем Twitch-канале ты сможешь за просмотр... Круто, классно! Качество, блядь, шакальное, нахуй! Ну, похуй, на похуй, заебись. А, поебать, заебись. А ты указал? А ты указал? А, ты указал, молодец. Ты указал лайк, продвижение, продвижение, ребят, продвигаем, продвигаем дальше видос, продвигаем дальше видос. Ой, блядь. Ау! Прикольные видосы, блин, так классно. TikTok смотреть, мне очень нравится TikTok смотреть. А мне, да, приехала, а вы не будете есть, а я буду есть. Ой, блин. Кстати, самое, понимаете, я думал вообще, блядь, я на самом деле поставил будильник 12, проснулся в 3 часа дня. В 3 часа дня я подумал, может, блядь, может, скорее всего, это реально так и есть, типа, это может зов судьбы, то, что, блядь, не стримит мне это, потому что... Ну, если, блядь, даже таймер не хочет работать, чтобы у меня все хорошо было, значит, блядь, наверное, это зов судьбы, чтобы я не стримил эту хуйню. Поэтому думаю, а, поебать, а, поебать. За сапку. Спасибо вам, ребят, за сапку. Спасибо. Блять, я не то купил, сука, ебаная. Похуй. If you wanna be taken to private place. Здорово, сегодня ко мне заглянул рыжий с канала Айдаха, и мы сейчас будем совместно стримить игру. Ого! Humans Fall Flat. А скины раздаете? А вы скины раздаете? А скинов нет, блядь. Затем в 12-15. Что будет? Извините. Скинов нету, я не буду смотреть тогда. И с твоим организмом. Песня про Бравл Стар. Сейчас, смотрим, смотрим, залейте видос. Эй, йоу, здорово! Я просто знаю, что 100%, 10 тысяч просмотров, это типа немного, правда. У меня видосы, сейчас. А у тебя все, вся реклама закончилась? А, не, не закончилось, просто я не выставил. Мне нужно опять начать стримить CSGO-ран, потому что я не стримил сам давно CSGO-ран. А почему нет наличий? Я выключил пока что и буду включать их неожиданно, чтобы у всех людей были одинаковые шансы, и кто-то первый среагировал на то, когда я включил награды, те успели купить. Чтобы у всех одинаковые условия были, потому что есть уже у меня, есть на... У меня есть те люди, у которых там по 150 тысяч баллов, по 300 тысяч баллов. И какой им смысл? Типа, они могут все за 10 минут скупить все скины и все. Пропадает какое-то либо равенство в этом плане. На каждом после ввода текста не включено, исправь. Сейчас исправлю, извините. Пожалуйста, меня прошу прощения очень сильно, чтобы меня не били, я извиняюсь. Да ебаный в рот, блядь. Ребята, самый классный молодой тиктокер, пожалуйста, поддержите меня лайком, спасибо. Пожалуйста, поддержите меня лайком, я самый крутой молодой тиктокер, спасибо большое. Баллы канала, баллы канала, а, вот, да, баллы канала, я понял. Дропс, маленький, блядь, как это сделать? А каких калашей нет? А, у этих есть. АК-47, синий глянец, да? Синий глянец тоже есть. Что ты нахуй мне пиздишь? А, текст. Я понял, вот текст. Окей. На всех вроде вот текст обязателен. Поэтому все, я все сделал. Поэтому я все сделал, чтобы все заебись было. Какие правила покупки скинов? Никакие, просто ты сидишь, блядь, ну как это можно понять, здесь вообще никаких нет сложностей в плане понимания. Ты сидишь, смотришь стрим, тебе идут баллы, просто то, что ты смотришь стрим, тебе приходят баллы.
Ты сидишь, когда у тебя накопилось достаточно баллов, там 30 тысяч баллов у тебя накопилось, ты нажимаешь покупку. Когда я открываю эту покупку, ты нажимаешь купить. О, ты получил этот скин. Все, отправляешь ссылку на свой трейд в ВК, все. И тебе отправляю я скин. Больше ничего, нет никаких сложностей в этом. Такие губы, да, указывайте губы как звук. Потому что есть мои баллы, она поймет. О, это нихуя, это владелец, давайте дальше пушим. Можешь за просмотр прямой трансляции получить молодцы, бесплатно, молодцы, ребят. Очень круто, очень динамично, я это все говорю. Честно, аж хочется жить, очень прикольно, очень круто, очень классно, блядь. Аж хочется жить. Заебал хавать тебя, блядь, только встал, блядь, не хавал нихуя, блядь. Блин, ты охуел? Спасибо, мистер Маквин. Какое счастье и честь. Ой, это я. Поняли, типа, он мой ебаный топ-2, он нихуя не стоит себя, а я самый лучший топ-1. Ну, блядь, ну я, видите, про что я говорил, блядь, он пиздит все у меня. Вот если я могу такое же ебало сделать, я буду один в один. И типа, блядь, чё чел пытается добиться этим, я просто не знаю. Сейчас нужно еще посмотреть. Сейчас. Нет, моя девочка голосовое сообщение записала, хочу послушать. Сейчас, секунду. Блядь, вам долго, наверное? Сейчас, секунду. Оп. Я уже вспомнил. Я видел кадре одна женщина, и хотел вспомнить, послушать голосовое сообщение. Там девочки сон приснился со мной, охуеть. Ого, бля, даже, понимаете, нужно дожить до такого уровня, чтоб... Представьте, блядь, это же гораздо сложнее, чтобы женщинами не заниматься сексом, а чтоб они... Ты им приходил во снах и ебал их во сне. Я как Фредди Крюгер, блядь. Вообще мне нихуя даже делать не приходится. Я просто прихожу женщин... Данилина. Я прихожу женщинам во сне, и мы занимаемся им сексом. И даже ничего не делать не нужно для этого. Я вообще, я девственником останусь пожизненно, но выебусь только дам! Ладно, шучу. Ты как Фредди Крюгер, такой же страшный, ебал, закройся, его лично. So good! Ой. Я хочу жопу. An iconic moment. Хочу жопу. Я тоже снился. А вообще, мальчики, не забываем, поэтому вы хотите пробыть со мной подольше, потому что у меня стрим всего полтора часа, и поэтому я просыпаюсь, чтобы вы провели еще со мной больше времени, да, я так понимаю. Просто на районе я стал... Ты мне вчера во сне сосал, ну видишь, это типа, видишь, какая разница, секс был. А, я не сказал вам про кинотеатр, что было. Короче, рассказываю историю, что у меня было вчера в кинотеатре, когда у меня было вчера целый день, как это паническое состояние, вот немного, да, паническая атака, будто мне сейчас ебанет, но у меня такое нормально все было в плане, все заебись, просто немного тревожное состояние, адреналин как будто, вот знаете, предпизделкое состояние, когда адреналин аж в животе бурлит, так типа дискомфорт себя чувствуешь, предпизделкое самое состояние, у меня была такая же хуйня. У меня такая же была хуйня целый день вчера. Типа, я так себя чувствовал, как-то вообще ебано в животе, блядь, неприятно было. Вчера целый день так было. И ку-ку, всем привет, ребят, всем привет, кто зашел. Скины, копите скины, и я... Давайте сейчас сделаю крутой... Круто сейчас сделаю. Еще давайте сейчас сделаю. Вот. Как мне открыть это, блядь? А, во. Какой еще вам скин поставить? Во. Смотрите. Сейчас поставлю механа пушка Factory New. Оп! Блять! И все скупили в секунду, блять! Ну как мне играть? Они в секунду скупают. Окей. Все честно было, мне кажется, все честно. Правда, ты ебаную ссылку-то указал, блять. Трейдоферы все нормальные. ВК указал, все тебе. Бля, ну не ВК, они все правильно делают, я не знаю, они все очень быстро делают. Просто держите на контроле и все. Сука, я хотел купить! Три механа пушки купили, блять.
Отправляю скины за каждые 500 фолловеров. Ну, можно так делать, но я не думаю, что 500 фолловеров, там, 2 скина раздам за стрим и все. Это вряд ли хуйня будет долго. А ССГ бы. Ну, я хочу что-то прикольное, что я знаю, что люди захотят купить. Не 500, меньше, сделай 300, например. Ну, каждые 300, ну окей, просто не знаю, как это считать мне опять, это пиздец сложно будет. Как понять, какой сейчас покупать надо? Ну, блять, как, я не знаю, как понимать? Ну, видишь, они как-то же понимают, они же видят то, что вот, есть свободная хуйня, и они нажимают, и понимают. Чавко, ебища, я тебе в рот сал. Извини. И вот рассказываю, я вчера, у меня было такое ебаное состояние вчера весь день, то, что я себя чувствовал дискомфортно, у меня постоянно какая-то паника, какое-то непонятное ощущение тревога, адреналин, и я, и что, я думал, пойти, может, кинотеатр как-то расслабиться, по итогу покупал, блядь, какой-то билет, за 1500, блядь, я ничего не понял, я думал, я, короче, в кино, я в Москве ни разу не был в кино, я думаю, это нормальная расценка, заплатить за билет 3D, макс, заплатить 1500, я охуел. Я думаю, блядь, почему так дорого? По итогу я понимаю, там написано что-то, блядь, black, что-то там, блядь, black, что-то такое, black. Я его оплачиваю. Иду, прохожу, мне дают билетик. Мне дают билетик, мне типа говорят, вот там шестой зал, идите там Кинг-Конг против Годзилла. Идите, я прохожу и понимаю, что, блядь, это какой-то вип-ложа ебаная. Там, блядь, одеяло, подушки, блядь, просто люди лежат на коврах, блядь. Я не понял, что это такое. Не понимаю, что это такое? И по итогу что случилось? Только что случилось? Я захожу, понимаю, что это какая-то вип-ложа ебаная. Я захожу, мне отдали билет, мой обратно, я иду, сажусь. Там какие-то подушки, одеяло, я сижусь на своё место, жду, смотрю рекламу 30 минут. Такой думаю, бля, как же заебало. Смотрю рекламу 30 минут. В полном тильте из-за проебанных бабок. Сижу, смотрю. Начинается фильм «Кинг-Конг». Я понял, что там, блядь, в глазах размыльное. Что-то так вообще нихуя не вижу, блядь. Что-то в глазах нихуя не вижу. Понимаю то, что, блядь, очки-то мне не дали, блядь. Я сижу первые 15 минут, смотрю. Делаю вид, что я все... И сижу, делаю вид, что, блядь, да вроде нормально и так. Сижу, смотрю, смотрю так, блядь. Потом, блядь, Костя пишет про этот магазин ебаный, про то, что Вадя это сказал на стриме, блядь. Я думаю, блядь, нужно, чтобы все сегодня по пизде пошло, чтобы вся хуйня сегодня в этот день обрушилась, и с этим магазином проклятым, блядь. Сижу, смотрю просто, блядь. Ну, я понимаю то, что всем раздали, а меня нахуй в хуй не поставили. Я сгорел и вышел нахуй оттуда. Да. Ну хули я буду ждать, я, бля, просто в этот кинотеатр больше не пойду. Потеряли такого прибыльного клиента, блять, вот их и проблема. Минус 1,5, да похуй вообще, блять, они потеряли клиента такого, как я. Да, это гораздо более внушительная трата, репутационная, я бы сказал даже. Короче... В кинотеатр в авиапарке, блядь, который там на 4-м этаже, туда не пиздуйте, говно ебаное, а не кинотеатр, говнище ебаное. Ой, спасибо, пойди пососи у барана, толстая курица, проститутка, ебанашка, голову помой, чурка, батихакур. Голову помой, блядь, я только что голову мыла, блядь. Пошла нахуй, чушка. Мы еще не начали или начали? А что? А что там было, Асу? А что Асу было? А что Асу было? Я не слышал. Я просто чавкаю, я не слышу. Я слышу свое чавканье. Чё? Я не слышал. Ай, бля! Прошу прощи. Это за слово запрещ... А, я бы не слышал просто. Я не услышал это слово. Прошу прощения. Я чавкал и не слышал то, что... Не слышал это слово, то что он не услышал это слово. Прошу прощения перед всех, кого это могло оскорбить. Мне само это неприятно. Я
Я заблокирую, я заблокирую этот ТикТок, и чтобы мне больше не попадался в рекомендациях. Прошу прощения, кого это могло задеть. Я против данных высказываний, против такого даже вообще, чтоб в голову такое залезло. Прошу прощения, не думайте так. Прошу прощения, извините, осуждаю, прошу прощения. Скажи, я тут с ума. Скажи мне, что будет с тобой, если я пропаду. Просто полети. Ой, блядь, Гриш, ебаный. Блядь, не хочу смотреть, фу, блядь. Могу любить, просто спускайся вниз. Бля, ну Костя, знаете, что я скажу, что Костя, короче, когда мне Костя прислал эту хуйню, говорил про прям, прям это вообще, это, короче, я рассказываю, прям это ебнутая тема. А, Арина GP, привет. Ариночка, привет. Короче, рассказываю, прям это ебанутая тема, которая у нас и так микроебнутые. А, мне рассказывал, блядь. А, короче, а может показать вам микро этот? Короче, мы купили микро за 700 тысяч. Сейчас. Просто богу. Смотрите. Короче, сейчас показываю. Короче, это микро. Он в этой хуйне. Посмотрите, блядь, ну какой кей, какой микро будет типа как доставлять в кейсе? Это пиздец. Это уровень Асу, что, блядь? Вы шутите опять или нет? Лафайна вроде ничего не пишет, значит не было Асу. Смотрите, короче, что за хуйня. Там была Асу. А нахуя тебе? Потому что я рэпер. Но мы с Костей вместе его покупали, поэтому посмотрите просто. Это типа, это пиздец. Знаете, вот это, для чего вот эта вот хуйня нужна, смотрите. Короче, это хуйня радиатор. Вот эта тема, она охлаждает, короче, весь микро. Блять, охлаждение на микрофоне, блять. Если бы я уронил, это самый дорогой бы клип в мире был бы. Проебать так... Проебать так микрофон за 700 тысяч, блядь. Это был бы самый дорогой проб в мире, блядь, мне кажется. Боюсь. Поэтому все, лучше я поставлю его, не буду ничего даже с ним делать, блядь. Фух, блядь, даже чуть не хочу докасаться до него, блядь. А? Урони, блядь. На, ну сейчас уроню, блядь, мне-то хули делать, блядь, еще. Почему все Асу пишут? А чё не так-то? Скажи мне, что будет с тобой, если я... Вот чисто, честно, ебанаты. Сори. Пропаду. Просто полети. Асу! Я бы хуй каждого так рот бы сунул и пожевал бы. Ну, просто по приколу, потому что мне нравится. Придурки, вы чё творите? Топ 10 самых пукающих пород. Фу, Чина, опять ты. Брахицефальные породы собак априори предрасположены к метеоризму. А все из-за приплюснутого носика и короткой челюсти. Даже будучи совершенно здоровыми, эти собачки вместе с едой проглатывают большое количество воздуха, что и способствует... Что за тварь, ёбаная? Высшему образованию. Так кто же оказался в нашей десятке? Бля, чихуахуа, блядь, вот это вот печенез, бля, ебаный, даже кредит. Ебучий печенез, сука. Есть нормальные породы собак, ну маленькие, по типу там, блядь, шпиц пердит, мне интересно, блядь. Или все маленькие вонючие собаки, они, блядь, орут, пердят, глаза выпадают, нахуй, нихуя не могут. Это, блядь, это, наверное, типа, людям в кайф, наверное, иметь собаку, которая, ну, делает все тебе впрок, блядь, чтоб ты жил ебано. Наверное, люди, наверное, хотят платить за это деньги, чтоб ты жил еще хуже, блядь. Въебал бабки за эту породу, блядь, 100 тысяч, блядь. Плюс еще из-за этого еще она тебе просто, блядь, за существование, блядь, тебе хуже делает. Охуенно, блядь. Не, про маленьких собак. Вот это мопс, я вообще не знаю, блядь. Ну, типа мопс, ну, блядь. Блядь, встань не на стриме.
Мопсы пердят, хрюкают, блядь. Я честно, я недавно стоял, когда я жил в Люберцах, я спускался по этажу, в лифт зашел, я стоял в лифт, я типа заходил в лифт, и там стоял мужик с этим мопсом. И мы стояли в маленьком, знаете, лифте, один на один, чисто там два человека в нем максимум поместится. Мы стоим, блядь. Эта хуйня сидит... Даже лифт не ехал, нихуя, вот этого начинает... Блять, еще просто она дышит, я не шучу, а эта собака дышит, и она уже воняет. Без пиздежа, просто собака дышит, блять, и она уже воняет. Десятки наркоманов задержали сотрудников. Ой-ой-ой, осуждаю. Ой-ой-ой, прошу прощения, блядь. 600 рублей звук, чтобы забанить ТикТок, нахуй ебаны. Прошу прощения за то видео, потому что я прошу прощения, я осуждаю, я очень хорошо... Напишите Резидент Слипер, чтобы проткнуть его! Нахуй идите. А я сказал вслух. Зачем я это сказал вслух? Бля, короче. Бля, Мария народ такая красивая, бля, я в ахуе. Я не успеваю их все читать, потому что их очень много. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм. И если вы хотите что-то мне написать, пишите там, я каждому отвечу. Скину же разобрали? Нет, еще не, блять, мне дохуя скинул. Дохуя скинул, уже только две раздали, но еще там есть, типа, много. Раздали только, смотрите, что. Механа пушка и М4-1С грифон. И все. Больше ничего, да, все, вспомнил. Вот она в инстаграме ответит, что это значит. У тебя запломбирована покупка. Да, а как? Просто можете кто-нибудь объяснить, как мне сделать так, как вот это должно работать в идеале по-вашему? Чтоб всегда были доступны покупки. Ну, понимаете, то, что если у меня будут всегда доступны покупки, блять, я стану нищим. В секунду просто. Я придется квартиру в Люберцах закладывать, блять, продавать ее, чтобы, блять, я мог продать все здесь скин. А, да? Окей. Понял. Ебать, прикольная тема, блять. Ариночка, ты мне ничего не писала, чтобы я тебе отвечал, родная. Я поставил устный сториз, где ты танцевала под губы, и все. А что я должен ответить? Хорошо, молодец, спасибо большое. Как-то агрессивно сказал, извини, пожалуйста. Все вкусы Alpine Gold Dark. Пиздани, а где твои значки за подписки? А тебе, что? Какие значки за подписки? Что они так сделали? У меня все есть значки за подписки. Пойдем, попробуем. Сегодня буду читать все. Оргазм сладкий, как сон, раком классика, стол, снова кухня, балкон, ванна, кровати, Оргазм сладкий, как... А к тебе идея, как тебе идея, что? А к тебе идея мне ответить? Это кто? Я прорисал. А если у меня трейдбан вместо скина бабками получить на карту, да? Блять, я думал изначально делать просто, типа, скинами и, блять, переносить на бабки. Так даже Костя вчера предложил, ну просто тяжело. А что делать тогда с этой хуйней? Если, типа... Блять, я путаюсь, блять, в днях, числах, сука, ничего не понимаю. Короче, просто понимаете, трейдбан, я смогу отдать скины. Мне кажется, сегодняшние скины я буду давать просто бабкой. Может, даже немного накину, но типа платить столько, сколько они стоят в Стиме, и вы будете покупать. И даже я буду платить столько, сколько они стоят в Стиме, но вы эти бабки можете залить на CSGO TM и купить дешевле, и у вас еще останется сдача с этих денег. Вы можете понять, насколько умный ход. И то, что вы все в любом плюсе, окажетесь в плюсе, если я сделаю перевод по наличке. Блядь, наличка, чё ты, блядь, говоришь, нахуй?
Забыли. По итогу у меня просто у меня бан пропадает 5 числа, а это ждать типа неделю и типа да. Сумраком. Такой расклад на даче. Мне очень нравится, смотреть тиктоки, знаете, у меня одноклассница как ходит, ты смотришь тиктоки и берешь расфокус, ты примерно представляешь, что, ну, расфокуса на картинке, типа, ну, расфокус на картине при этом имеется, и ты просто сидишь, смотришь, листаешь, листаешь, и нихуя не понимаешь, просто впитываешь какие-то звуки, бля, ебаные своей башкой, блядь, и дальше ходишь вот так вот. Саки ор факи. Мне очень так нравится, что, а? Где, хорошо, сейчас. Хорошо, я понял, Матвей. Платье, ты танцуешь, вот какая ты умница. Молодец! А где твоя игрушечка? Где игрушечка твоя? А где игрушечка? Где твоя игрушечка? Где игрушечка? А ну, покажи, где твоя игрушечка? Платье. Не секрет, что его... Да кто, блядь? Что за хуя? А вы что тут благовает, блядь? Ой, блядь. Ой, блядь. А кто это, блядь? А кто это, блядь? Не, да благовает, я понимаю, а кто, блядь, сверху поешь? Все это звук ебаный. Что это за говнище мне в уши льется? Что это за хуйня? Кстати, мы когда были, вот выступал Костя, и там выступал благовает, вообще какой-то благовает, реально, как будто, блядь, он... Он такой же, как на видосах, такой же и в реальной жизни, мне кажется. Ну как мне кажется, я просто не общался, но он выглядит так же, как и на видосах. Необычно, правда? Странно. Новую инфу вам сказал. Ну, так и выглядит. Прикольно. Are those eggs? Oh my god, that was so creamy. Yeah, put your little seasonings on, flip it over, put the little... And then top it off with some cream. Are those eggs? What the хуя? Это нормально! Раздача есть? Я первую проходил, вторую нет. Поэтому прежде чем проходить вторую, я буду проходить первую. Это будет относительно скоро. Мне нравилась первая часть. А скины забавы! Вот, Сивер 04. Спасибо огромное, списку на Twitch лучший. Смайлдог. Есть? 2235 и пельмень 942. Лучший в мире. Просто спасибо за подписочку на Twitch. Угу, есть? В Дизонера тоже прокрыт, да. Там сколько тоже... нахуй? Вот. После 10к можно стримить с ПК. Сколько, блядь? Сколько, блядь? Он мне подписан. Фанат мой, фанат! Инна, подписан на меня, блядь! Подписан на меня, фанатеет ты меня. Окей, ладно, окей, окей, окей. Вопросов нет. Если ты мой фанат, если ты... Ты... Типа, окей. Ты вопрос. Попил. А, да я, кстати, сделал награды за... Пельмень, спасибо за фоллоу. Варфайз. Что такое Варфайз? Это что? Там... У многих стримеров можно купить каждый скин за баллы 5 раз в день. Так, у них реально так эта хуйня есть? Просто посмотрел, как у других сделано, типа... Что? Компьютерная игра. Компьютерная в телефоне, которую можно играть. Компьютерная, которая в телефоне. Что это? Угу. Или чисто угорание. Но со мной так не проведешь. Но ты крутой. О, прикольно. Варфайз. Что такое Варфайз? Ну а как бы ты убил зомби, если бы у тебя не было оружия? Я бы просто столкнул их с края, оставаясь на ногах. И не бил... Бля, как круто! Кстати, не знаю, почему-то вот этот трек, который я показывал вам, вот этот... сниппет того трека, почему-то все говорят, что мой сниппет это вот этот, блядь, Love Sex, Love Double Sex. Что за хуйня? Самые дорогие скины всегда должны быть самыми... Самые дорогие скины должны всегда быть открыты, а дешевые открывай сам. Давайте я тогда дешевый сейчас открою. Просто у меня дешевых тоже мало, блин. Давайте я лучше несколько сейчас открою подряд, потому что у меня, я говорю, покупал немного, типа по 5-10 скинов из этих. Покупал по 5-10 скинов,
дешевых, но типа это немного, не 50. Я просто не знаю, сколько покупают в среднем дешевых скинов. Сейчас откроем. Сейчас откроем. Я просто знаю, сколько у меня, блядь. Сколько вы знаете меня, сука, сколько у меня, блядь. Вот, давайте. Оп. Бля, у меня обезьян дело всего один. Ладно. Купили один на обезьянное дело. Обезьянное дело купили. А, кстати, еще модераторы можете? Или так нельзя делать? Ладно, похуй. Блять, секунды покупают, ебанутые нахуй. В секунды, блять, покупают. За секунды, блять. Пузата Хаттарофлс, блять, тебя забанить можно, блять. Тебя и забанить можно. В секунды, блять, как я должен? А на карту можно, да, можно, я могу деньгами, деньгами даже проще будет отдать вам. Просто вместо, вместо скинов деньгами скинуть вам, так даже проще будет. ББ, да пошел ты нахуй! Я такой белый, постера летает, как-то без тебя, как-то без тебя, так же как и вчера. Тысяч... 10 тысяч просмотров, гони косарь. Если будет 100 тысяч просмотров, дам косарь, окей. Окей! А, нет, идите в пизду, блядь, идите в пизду, блядь. Нет, дам больше, чем 100 рублей, понятно, но косарь, не знаю, надо подумать, надо подумать, надо подумать, блядь. Сначала наберите, потом, блядь, давайте сначала вы наберете, а потом я вам дам бабок. Типа, не тот человек, который будет вас наебывать. Или тот, или не тот, а я не знаю. А я пока не знаю, какую роль выбрал. А может, наебу вас, а я не знаю. А может, я с камер, блядь. Шучу, шутка. Чё, ебанутый, еб нахуй? Оу, it's lemon. Оу, strawberry. Оу, cherry. Оу, mango. Оу, water. Оу, orange. Оу. Дети берутся от того... Не хочу уже слушать, что там будет. Что ты качаешь пресс. И они там как-то сплавнятся у тебя в животе. И вылазят. Типа, чтобы получился ребенок, нужно просто качать пресс. Типа, просто я видела, как, типа, роды по телевизору с бабушкой смотрела. И там кентуха, типа, ну вот так, типа. Ну, короче, напрягалась. Дети берутся. Yo, let's cut some bread with something sharp. Oh, that's nice. Bread. 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 Yo, let's cut some... О, брат, блядь. Хотите шутку, блядь? Знаете, как будут звать Брэд Питта на русском языке, если бы он родился в России, блядь? Хлеб Ямочкин. Потому что хлеб, это как Брэд, у них хлеб. Созвучно с Брэд и Брэд хлеб. А у нас Глеб как хлеб. И Ямочкин, потому что Пит это яма. Брэд with something sharp. В армию, в армию. Здравствуй, юность, сапога. Бля, представь, а кого-то реально в армию пиздовать скоро, блядь. Почему удалить трансляцию? А почему дать трансляцию? А что трансляцию удалять, ребят? А что трансляцию удалять, ребят? За что трансляцию удалять? А что с честно? Пропади моя тоска, вот он я... Блять, понимаете, вот, от, короче, шутка хуйня была, шутка хуйня была, удаляй. Короче, если шутка будет от модерационного состава, или людей, приближенных к модерационному составу, которые мне часто помогают, по типу там боя, и они будут отвечать шутки, из-за которых я могу задизморалиться, либо отставить, или реально удалить стрим, они будут тут забанены на моем канале без возможности разбан, потому что они, представляю, они как бы, считай, моя опора на стриме, они помогают мне, и тут они меня подставляют, блядь! Это называется подстава ебаная. А в смысле, блядь, иди нахуй. Блин, я такая маленькая и милая, когда кушаю, да? Я сертухи въебал. В смысле, нет? Я знаю, ты мне завидуешь, потому что у тебя скулы, а мальчики любят пухлые щечки, как у меня. Завидуешь, бе. Блин, я такая маленькая и милая, когда кушаю.
типа, блядь, мне кажется, уже такой хуйни нет, серьезно, мне кажется, уже такой хуйни нет, либо я, потому что Хикан обрыганный ебаный, либо я ебаный обрыганный Хикан, который не выходит из дома, и, блядь, не ходит во твоей вашей школе ебаный, такая реально хуйня есть? Такая реально на самом деле тема есть, когда, типа, девки, блядь, вот этого делают? Лучше с эскортницами ебаться, чем с такими, нахуй. Ну нахуй, пошла в пизду, блядь. Чё не так? А там же это текст песни, ребят. Дальше ещё лучше играть. Это творчество, блядь! Отъебитесь от меня, пожалуйста, это музыкальное творчество, блядь. Я ничего не могу за ним поднять, если, блядь, чек решил, блядь, хочу сделать текст такой, блядь. Ты бесит меня. Типа, как развить свой скилл? Дать совет? Почему-то все слушают, блядь. Понимаете, лучше слушать такие треки, где такие слова говорят. Мне кажется, слушать русские треки, которые говорят эти слова, опаснее гораздо, чем первоисточник, так считаю, блядь. Так я считаю. Угу. Брат, ну... Ой, бля. Not familiar with who that is, he created the original Oh My God sound effect and Vaughn. Hey, bro. What? Oh my God! Любил её ещё когда... Не понял нихуя. Учился в школе. Люблю сейчас и не могу с этим поспорить. Я ебанутый, но типа кого это ебёт? Она могла... На моем запястье айс. Еще раз. На моем запястье айс. Острый меня. А скины забыл. Нет, надо 50 рублей. Скины забалы есть. И я захожу в форт. Что он играет, блядь? Ебанутый? Желто-черный, 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 желто-черный. О, черно-желтый. Черно-желтый, блин. О, черно-желтый, блин. Там черно-желтый он сказал, типа, цвет раскраски. Подожди, давно не заходил на TikTok клик с пиздец там, да, наверное, блядь. Давайте посмотрим, мне интересно, что за... One, two, and three, and... Блин, честно, я не знаю, а никто не спрашивал? Салам алейкум! Пузат Хатаруху, спасибо большое за подписку, вообще. Мне интересно, никто не спрашивал у Димы Алекса, типа, а нахуя ему нужно вот это вот, как сказать, нахуй ему нужна вот эта стена с, типа, шумом подавлением? И вообще есть куда прок, блядь, этой стены, когда у него вся комната, типа, голая, вообще? Никто не пытался доебаться и узнать, типа, зачем ему это надо, нахуй это сразу? А, так, да, ой. Хочу себе синий Lamborghini, новый синий гений. Ну, честно, вот честно, я не хочу ничего говорить, типа как-то агрессивно, просто вот я бы честно, вот она вот так вот. Три. Ложкой в рот, и я бы. Как бы так, вот чтоб, вот тут, ну как? Ой, блядь. Ой, блядь. Свинота, бля, ебаная, нахуй. Ой, блядь. Три реально полезных. Сюда. Почему мне такое не скинул никто маску, блядь? Почему мне никто не скинул эту маску? Кстати, вы знали то, что Вадя официально уже признает, Вадя на официальном уровне заявляет то, что, типа, я являюсь участником фрик-сквада.
Да, да. Поэтому можете официально принимать меня в стан участников Freak Squad. Я теперь официально Freak Squad, да. Я Freak Squad, да. А, бля. Интересно, я первым буду человеком, который был во всех сквадах на Твиче, блядь. Пузата хата, мое сооружение, блядь. 89-й сквад. Фрик сквад, блядь. Я могу вообще быть таким человеком первым? Шестьдесят четыре стак, это что, блядь, за хуйня? Я не знаю, что такое. Морг, по факту, нахуй, это надо. Кстати, ничего не хочу пиздеть, но я вчера писал вот этой девочке, от которой я фанатею и которая фанат безумно. Мне было похуй, но Матвей Пестров сказал написать. А, ее канал забанили. Короче, я ей написал, и она сможет прийти, короче, в ближайшее время. Ну, не в ближайшее время, когда-то она сможет прийти, после того, как я приеду с Москвы, типа, в апреле, может, она сможет прийти на стрим. Она написала, типа, го, она ответила мне, писала, го, типа, заебись, типа, классно все. Ебаный в рот, блядь. Ого, блядь, ты все видел, да? Блядь, а что в этом такого, блядь, я не понимаю. А что в этом такого? Нет, понятия? Мне кажется, сливы... как пойти сливы, блядь? Она сама пошла на фотосессию Ню, блядь. И там охуенные фотки, красивые, блядь. Там охуенная девочка сидит, блядь. Лучше так. И типа, это охуенно к этому. Как, почему люди хуево относятся к тому, что типа там ходят на... ходят на вот эти, блядь, всякие фотосессии. Это ж прикольно выглядит, заебись. А когда просто взламывают тебя, и там у тебя фотка с пиздой вот такая. Ну, понятно, это гораздо хуже, чем ты пошел бы на нормальную фотосессию. Тебя там красиво сфоткали, показали тебя с лучших сторон бы, блядь. Это гораздо лучше, чем вот это, блядь, хуйня какая-то. Все в голову придумали, блядь, чем сфоткали вот эту пизду, блядь, мохнатую. Кому-то нахуй надо, блядь, я считаю. Самый грязный заяц. В ее черепной коробке нету. Хочу вам сказать большое спасибо за всю поддержку, за все. Не за что. Здорово, повар. Приготовь мне пиццу. Ой, бля, испугался, что ты меня ж потрясло меня. Ваша имя. Кстати, кстати, вот этот вот микро, который смотрели, мы когда смотрели этот вот микро, у Кости, у меня, короче, ну просто. Я такой человек, который даже не понимает нихуя в микрофонах. И когда он посмотрел вот этот вот микро, я не знаю, это я тот человек, который нихуя не понимаю, но у меня мурашки пошли от того, насколько это ёбнутый микрофон. Я не шучу, это типа... без разницы, сколько микро стоит. Микро может стоить хоть 300, хоть 400 тысяч, но такого микро, блядь, это я не знаю, это пизданутый микрофон. Готово. Чё, ты вообще читаешь какой комменты? У меня с просмотров собрал клип Гони Косарь. Пиздобол ты ебаный, упомяни. Упомяни нахуй! Эй, ёб... Есть и набрал. У кого набрал, блядь? Пиздоболы, блядь. Никто не... Эй! Невозможно так быстро набрать 100 тысяч клипов, блядь. Понимаете, я увижу, это легко увидеть, типа, из 10 тысяч клипов легко увидеть, но, блядь, никого ж нет, я ж не... Да хуйня, блядь, какие соски, что ты, блядь, несёшь, типа... Блядь, какие соски, я типа... Ой, блядь, ну что... Какой самый большой член у тебя был, ну, по сантиметрам? Ну, сантиметров 34. Я не мерила, конечно, потому что с линейкой я не хожу. Ну, такой, такой. Нет, ну, такого однозначно нет. Ну, и так, на скидку, я думаю, сантиметров 25, но секс как начался или начался, так он сразу закончился. Какой самый большой... Да. Что за хуйня, блядь? Russian Shelby, блядь. А? Подождите, подождите.
Когда-нибудь и мой. Бля, сейчас жопу прихватило, сейчас обосрусь. Пиздец. Вырос. Я хотел пукнуть, тоже... но я думал, бля, сейчас обосрусь. Я хотел пукнуть, но я понял, что, бля, сейчас наложу просто в штаны. Будем говорить всем. Мой отец ушел, когда мне было только... Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие, вы ёбки? Сколько мне задатели? 0 рублей за стрим, блядь! Да хули вы такие нищие, блядь, ну, блядь, ну хули вы такие-то нищие, блядь, 0 рублей за стрим задонатили, 0. Блядь, ну хули вы-то такие нищие, блядь, настолько все плохо. She was the one with the broken smile. She was the one with the broken smile. Стрелпила выигрывать в эту игру. Бля, я помню, когда, блядь, играл в эту доту, бля, проклятая игра, вообще, блядь, ну, надо быть ёбнутым, чтобы играть в роту, серьезно. Девочки, не встречайтесь с дотерами, дотеры, не встречайтесь с девочками-дотершами, пожалуйста, потому что это пизданутые люди на голову. Я понял механику игры Тетриса в 2014 году, как он вышел, я сразу на нем начал играть. И, нет, в 15-м. Или в 16-м. В 16-м году играл на Тетрисе. Я уже тогда наперед прочитал всю мету игру. Наперед, на 4 года вперед. Но мне все постоянно пиздели, что я еблан, тупорылый еблан, фижу, говно ебаное. Но при этом сейчас все играют на Тетрисе, потому что я... Это 700 МР. У меня не было 700 МР. Я играл... Да я посмотрю, блядь, я посмотрел ТГ Пестрова и сказал, я видел, блядь, ну что нахуй? У меня есть же алерты, блядь. Сейчас, блядь, и Пестров этот ебаный, блядь. Да, Матвей Пестров! Короче, я наперед понял всю механику, стратегию этой игры. Наперед, но при этом меня люди начали хуйсосить. Бля! Да, я сейчас буду трилпила выигрывать в эту игру. Хуй, бля, не выиграешь ни разу. Пидорас. Ну Тимурка, ёбаный хуй-то, блядь! Ну нахуй такие вещи-то говорят, бля? Охуею, бля, Тимур, ну зачем? Егор младше меня на целых 20 лет. Когда он родился, я был старше его на целых 20 раз. Сейчас ему 5, и он младше меня всего в 5 раз. А еще через 5 лет ты будешь младше меня всего в 3 раза. Когда же он меня догонит? Осталось совсем чуть-чуть. Ебать, если... Осуждаю, блядь, да зачем мне осуждать? Понятие на Твиче? На Твиче не важно, что ты говоришь «осуждаю», блядь. Это не стоп-слово, которое тебя прикроет. Главное дать реакцию и показать, что ты против этого, блядь. Вы, блядь, серьезно, можете представить? Или вы думаете, только в России такая хуйня, что банят за эти слова? В Америке, когда, блядь, стримит там XQC на 100 тысяч человек, вы думаете, блядь, он говорит 100 тысяч раз «осуждаю», блядь? Они просто показывают свои реакции, свои мимики, типа «бля, what the fuck are you doing, блядь?» Все. Никто не сидит, блядь, не говорит I don't appreciate it, блядь. Что? Не сядьте, блядь. Крутой мальчик, очень красивый мальчишка. Очень красивый мальчик. Меня часто спрашивают, как доминировать в доте. Есть как минимум... Мария Кравец, что? Два варианта. Выбираешь пуджай, когда хукаешь врага, паузишь. Либо просто пикаешь SF, жмешь ZXC и вот тогда паузишь. Пишите ваши комментарии, вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Кое-что на послушайте. Это Саша Зайцев, студент вуза и Игнас. Котик, тебе нельзя. Нет, Мозя. Бля, вообще стены рядом нет, а хоть бы в стену мог уебать, блядь. Ну, блядь, на стены рядом нет, я не дотягиваюсь, блядь, еще. Блядь, вот как вот, как вот можно сказать? Прикольно, все хорошо. Я не насчет ТикТока, просто плохие эмоции сразу в голову всплыли, похоже на мою... Не буду говорить. Я говорю, нельзя. А я говорю, Мозя. Кот.
Остановись. Кот, блядь, кот! Это не тебе. Кот, ну нельзя. Мося, Мося, Мося. Бля, хочу срать, блядь. Нужно, блядь, быстрее поставить. Что ты чувствуешь, пока мы еще здесь? Целуй меня. Попрактиковать. И потом прогресс на нем поставить, на нормале. Я... И карманы стали жирнее. Я учу читать их рэп. Лицей, горячий пацан, как сковородочка на плите. Выдыхаю тучу в своей комнате, как Питер. Меня поднимает очень высоко, как в лифте. Блять, жопа пока. Всем привет, меня зовут Корейка Даша. Кость! Так, я покрасилась, но вы зашли. Ты сродней, здесь смысл, я леденящий близок. Тумач. А какого хуя скинов нет в наличии? Скинов нет в наличии, потому что, блять, ты ебень, блять, косоголовый нахуй. Шучу, прошу. Как, блядь, как тебе объяснить так, чтобы ты понял, блядь? Я стримлю, и у меня на Твиче есть люди, которые до этих наград, эти награды были введены только сегодня. И у меня есть люди на Твиче, которые смотрят меня уже, блядь, год или даже больше, у которых уже есть, блядь, 200 тысяч, и они могут скупить все в секунду, блядь. И тогда вообще тебе не будет никакого смысла, даже шанса не будет, блядь. А я сделал специально, чтобы я включал в какой-то момент, и те люди, у всех был одинаковый шанс. Тот, кто впервые увидит, что есть доступна награда, блядь, он тот и будет понимать то, что, блядь, типа, он может получить эту награду. Тот, кто впервые увидит это, блядь. А не тот человек, который просто их дохуя, блядь. Вы не знаете, сколько есть людей? У некоторых людей есть по 170 тысяч, блядь, по 150. У Лафайны 220 тысяч, блядь. Она может все скупить здесь. Пизданутый, бля, я считаю, бля, я считаю, бля, я считаю, бля. Блядь, ну просто странно вы себя ведете, блядь. Оп, скупили нахуй ночной кошмарчик. Немного поношенный, бля, ночной кошмар купили. Видите сейчас, это было неожиданно сделано. Но человек, смотрите, сколько на меня подписано. Суетолог 98, смотрите, сколько на меня подписано. Оп, ой, блядь, идите в пизду, блядь, с англичконом ебаным. Сейчас смотрю. Посмотрю, чтобы типа не было предъяв, блядь. Суетолог 98. Подписано 15-м. Он олд. Он олд. Я считаю, да, он олд. Ладно, не буду пока что сегодня больше делать. Не, сегодня я сделаю, сегодня будет интеграция. Я после интеграции разыграю еще два скина. Поэтому после интеграции разыграю еще два скина. Томми меня не видит, типа виза. Я и стрим. Кто такой Мэк Милл? А, блядь, Мэк Милл это жесткий, да, какой-то чел, блядь? Мэк Милл один. Вы че, понимаете, что происходит? Я оскорбил пару раз сам ТикТок. Да. Вчера я отказалась делать ярусный торт на свадьбу. Спортсмен, она бьет, никогда не кает, она бьет. Мы против турбан Кремля, ты давай погоди Кремля, ну давай. Мы перстекют, ты нас обсети за. Здесь не шарят за кальянный рэп, а мы, блядь, шарим. Ты не представляешь, как мне тебе не хватает. Здесь не ша... Вчера был гламур. Бля, сука, вот... Ай, блядь. Я как болт, мне нужна... Да какая гайка, мне любовь. Кстати, видели этот звук смешной, блядь. Короче, сейчас, посмотрите, блядь, опять ТикТок. Блядь, сколько нахуй? Я сегодня, вчера смотрел, там было 13 тысяч, уже 21, блядь. Я как бол! Это, блядь, вечная хуйня, что ли?
Бля, какой же пиздец, блядь, я не понимаю. Я как болт. Они, нужно... Костя когда-то скинул вчера, он сказал, блядь, они это будут еще слушать, наверное, полгода минимум, блядь. Хочу какать очень сильно. А. Я как болт, мне нужна. Да какая гайка, да какая... мне любовь твоя нужна. Ебать, они он набирает, ты кто, блядь? Почему я так много просмотров, блядь? Не понимаю, блядь. А кто она такая? А, пацанка, а, бля, это девка с пацанок. Я как болт, мне нужна. Да какая гайка, мне любовь твоя нужна. Просто тиктоки ебаные, типа, не... как-то хуёво выглядит, но почему я вообще сейчас смотрю? Сейчас нужно интеграция себе, потому что реально, мне сейчас оскоф от стрим скоро будет, потому что я обосрусь. Скоро я обосрусь, я уверен в этом на 100%, блядь, у меня прям жопу вот рвёт в секунду, блядь. Ай. И, короче, после этого, после рекламы я сделаю еще розыгрыш на 2 скина, поэтому можете оставаться, подождать буквально 10-12 минут и получить также скин, получить шанс на скин. Ну, пожалуйста, останьтесь, ребят, ну, блядь, ну, меня, блядь, в жопу ебут за то, что я рекламу не делаю, поэтому жопа и болит. Ну, останьтесь, пожалуйста. Короче, сейчас я еще поставлю баннер, пока буду ставить баннер, подождите секунду. Сейчас... Сейчас. Ну, пожалуйста! Ну, я сделаю вам дроп, ну, пожалуйста, блин, ребят, на 3 скина сделаю. На 3 скина еще раздачу, ну, блядь, ну, останьтесь, пожалуйста. А вы, блядь, даже скибаны, блядь. Сейчас. Просто, блядь, даже, блядь, просто постоянно обижаете меня, блядь, своим вот этим поведением ёбаным, блядь. Сейчас, секундочку. Нужно вот это скачать как-то. Я не знаю как. Вот это скачать. И сейчас вот это скачать быстро. Пожалуйста, ребят. Я в Армавир еду. Я не доеду до дома своего. К маме, если не посмотрите. Пожалуйста. Сейчас. Ура. Играем. Бля. Вот заметили, почему-то я к Ваде, у Вади вчера интеграция была. Но почему-то я к нему захожу на все... Иди бошку помой, бля, я вчера мыл, нахуй ты выебываешься вообще, блядь, потлач. Я к Ваде вчера заходил на стрим, а он ко мне почему-то на стрим зайти, пообщаться со мной с аудиторией не может. Почему так? И заметили, постоянно такая хуйня, он не может, типа, уделить мне время и посидеть, посмотреть со мной тиктоки, блядь, или просто пообщаться со мной, блядь. На рекламе, нахуй. Уделить мне время, ебаный хуй. И постоянно такое, блядь. Пусть заходит. Да он не хочет, блядь, я говорю, просто ленивый человек, который не может уделить мне время. И все. Как это еще объяснить? Сейчас. Это что? Сейчас. Бля, ебаный, сука. Тухляк ебаный. Оп. О, блядь. Давай прогноз, какой прогноз? На что? Оп. Все в рекламе. Зажрался, ебаный черт, зажрался. Все в рекламе, все в говне, блядь. И что? А что в этом такого? Короче, кидайте ссылку. Лафайна, у тебя есть ссылка на этот? А, вот есть CSGO-раны, вижу. Ссылка на изображение. Добавить изображение. Быстро. Когда я начал на каком-то деле сконцентрировался, вот сейчас как выставляю все баннеры, у меня прям именно жопа сжалась, и меня как концентрацию берет. Потому что сейчас, если бы я расслабление взял бы, то у меня порвало бы 100%.
На ТикТоках расслабляет и очень тяжело. Все, я все сделал, наконец-то, ура. Переходите по ссылке и авторизируйтесь с помощью Стима. Это моя реклама. Я буду очень вам благодарен, если вы перейдете и будете играть здесь. Типа, сайт не все выводит, ты сам на нем играл. До того, как они мне взяли мою рекламу, все заебись, все круто, классно. Можете играть здесь и получать также скины. Бесплатно также. Там есть промокод, когда переходите, и можете вводить промокод и получать. На Долговар Мивер нет, я там числа 1-2 уже обратно в Москву-Сити буду. Потому что я из-за армии, я вот и вынужден ехать. Давайте я построю эти тиктоки, я хочу узнать эти тиктоки. Сейчас залью и... На полтора. Оля, карнавал, такая красивая. Я как болт, мне нужна. Да какая гайка, мне любовь твоя нужна. Бля, вы охуели нахуй? Вы охуели мне обрезать коэффициенты, суки, блядь? На двоечку, мне похуй вообще. Мне похуй вообще. Я как болт. Что ты? Мне нужна. Да какая... Ну пожалуйста. Откуда ты? 18-летнее чудо, но не точно. А ты в Москве живешь, чудо такое? Не знаю, кстати, я где... О, у него, блядь, богатая какая-то, блядь. Ой, блядь. Ты чё, потолстел? Ну да, и чё нахуй? Ну, может, я толстым стал, а чё такое, блядь? Не, просто... Ну, блядь. Ну да, я не толстый. Ну хуя ты, блядь, ну хуя ты хуяришь, блядь? Сидит и гундонит, блядь. О, я вывел, бля, я за 3 выиграл. Нормально, нормально. Можно еще на 3? Давайте еще на 3 поставлю на 1.2. 1.4? 1.4? Блядь, успел, суки, ебать. Какая ты красивая. Я бы тебя потаскал бы, блядь. Я как болт. Покров, блядь. Покров моя фанатка, я так понял, да? Моя фанатка, скорее всего, я так тоже думаю. Блядь, я не успеваю залить, нихуя. Нужна. Да какая гайка, мне любовь. Салам алейкум. Покров... Летик, спасибо за подписку. Fortnite, это наша тема. Fortnite, Fortnite, ура! Я вчера к Морфи заходил, говорю. Блин, люблю вот смотреть Морфи, играть в Fortnite, там... блядь, чё, киркирки, блядь, вообще, типа, блядь, скар, кирки, ну, наша тема, там, типа, как это сказать, точно, Tilted Towers, там, падающие башни, йоу, надо просто чекнуть. Я как болт, мне нужна. Да какая гайка, мне не болт, твоя нужна. Я как болт. Надо просто чекнуть, спасибо, папаша, за меха на пушку. О, видите? Видите? Человек вывел меха на пушку. Все заебись, дигл, меха на пушка. 500 рублей стоит, а я просто так вот. Хоп. Абажур, нищеброды ебаные, не надо говорить. Улитка заходит в бар, и бармен заявляет: у нас сегодня строгая политика в отношении улиток. И ногой и ногой выпинывает улитку из бара. Выпинывает ее на улицу. Через неделю улитка возвращается в бар и говорит бармену: ну и нахуя ты это сделал? Блин, смешно, правда. Мне очень понравился, типа, юмор такой. Мне очень такой нравится юмор. Спасибо тебе большое. Я как болт. Я как болт. Да Бузова, блядь, Бузова, сука. Ой, блядь, какая Бузова. Бузова под этот трек танцует. Чё за хуйня? Ой, блядь, какая Бузова, сука. Мне нужна. Да какая гайка, мне любовь твоя нужна. Пиздец, просто пизда. Просто пиздец, я разрыв. Какая, блядь, Бузова. Ну, все равно, не, типа, я не с целью, я про то, что я в ахуе, что Бузова даже знает про этот трек. Ну, понятно? Нет, если так уж думает, то все знают про этот трек. Я думал, нахуй, пойти, может быть, блядь. Пойти, может быть, как Моргенштерн снять вот это вот. Мне кажется, если бы я в гриме вышел, меня бы даже в гриме узнавали. Ну, потому что, бля, звезда такого масштаба, нахуй. Ну, понятно, бля, какого хуя, бля. Я как болт, мне нужна. Да какая гайка, мне любовь твоя нужна. А чё это зачем? А чё это зачем? Почему у меня никнейм Йосипов? Почему у меня никнейм Йосипов?
Это, блядь, сын злого или кто, блядь? Йосип, нахуй. Чё это за хуйня, Йосипу? Ой, бля. Как болт. Йосип, блядь. Я как болт, мне нужна. Да какая гайка, мне любовь твоя. Да какая гайка, мне любовь твоя нужна. Я как болт, мне нужна. Да какая гайка. Кстати, блядь, ебать, она похожа на Катю Кищук, вы заметили, блядь? Кто-то вообще знает, где сейчас находится Катя Кищук? Что с ней стало, блядь? Она вообще живая? Что с ней происходит с Катей Кищук? Нет информации? Я позавчера пытался найти ее инстаграм, инсты нет. ВК ничего не пустит, нихуя нету, блядь. Очень похуй хочу, очень как хочу. Жопу рвет, пиздец. Ай-ай. Еще 5 минут посидеть и пойду какать. Наконец-то. Я как болт, мне нужна. Ай, а... Да какая гайка? Мне любовь твоя нужна. Айдерсон. Я как болт, мне нужна. Да какая гайка? Вот это, бля, вот это реально, вот эта девочка красивая, пиздец. Вот это реально краш, блядь, я считаю. Она прям такая мур-мур-мур-мур. Прям очень красивая девочка. Заметили, блядь? Они нравятся? Так почему, блядь, вы пишите фу, блядь? Скажите хоть одну девочку, которая вам нравится, пожалуйста. Когда с ним столками будет? Когда, блядь, я сначала приеду с Москвы, ой, с Армавира, приеду с Армавира, и там Матвей Пестров, блядь, понимаете, Матвей Пестров... Местный петух, это мой аккаунт, блядь, кто с фейком мне пишет? И когда Матвей Пестров что-то скажет, когда там... Просто он за все договаривается. Я срать хочу, пизда. Ай, жопа болит. Ай, бля. Блядь, в туалет хочется, пиздец. Ребят, давайте быстрее интеграцию закрутим. Ай, бля. Я не знаю, хули меня, мне так никогда в жизни так не подпирало, бля. Ай, бля. Ну, кстати, когда стоишь, полегче это становится. О, крути, сука. Да не могу, блядь, ну иксы ебанутые. Ребят, заходите, здесь иксы ебнутые. Я не могу, блядь, поставить ставку, потому что иксы 20 икс хуярят, блядь. 1.5. Мне похуй. Хоть икс был ёбнутый, но я на 1.5 поставлю. Переходите, пожалуйста, по ссылке, которую кидает в чат модерация. У меня сейчас опять будут раны. Мне нужно сделать интеграции раны. Меня раны закупили. 10 рекламных интеграций ранов будет. Ай, блядь, шо, пиздар. Короче, все, давайте. Кость! Блядь. Сейчас, подожди, Костю разбудил быстрее. Эта морда еще ебаная спать легла просто посередине. Ну такая, блядь, что, перестрём, у меня 10-20 минут осталось, блядь, лягу, ну посплю, блядь. Ай, ебаная жопа. Скины, пока покрутим, блядь, и пойдем сейчас. Ай, бля, жопа рвется, ай, бля. Мы нашли с тобой, что искали. Шавана, моя царица ритмов копыт. Тиктоки, блядь. Я как болт, мне нужна. Да какая гайка, мне любовь твоя нужна. Я как болт. Ебать, вот это реально гаечка, блядь. Вы про почему про ту писали то, что это... Почему про ту писали то, что это гаечка, хотя вот это вот больше на гаечку похоже, вот. Если как-то скриншот сделать, реально как будто Даша получается, нет? Я как болт, мне надо нужна. Надо пробовать другие. Да какая гайка, мне любовь твоя нужна. Вот, вот это вообще пиздец, ну про... Да, брови что-то так, типа... Просто некоторые особенности похожи. Да. 1-1-1-2-1-2. Сейчас, да. Сейчас будет низкий краш. Я как болт. Мне нужна гайка. До сих пор мне нужна гайка, ребят. Я как... Сделайте клип, отправьте ей, пожалуйста, на канал. О, Костя запустил. Я как болт. Мне нужна гайка. Давайте сейчас, я... Сейчас, еще секунду. До сих пор нужна гайка, до сих пор ее люблю, до сих пор думаю о ней каждый вечер. А теперь думайте, я это говорю правда или это все шутки? А теперь думайте, может я вас обманываю, может я говорю правду, а никто не знает нахуй. Все, короче, я сейчас делаю, раздаю еще скины, управляю наградами. Ай, бля. Не то нахуй, сука.
Сейчас. Не то. Почему, блядь, у меня другая хуйня открывается? А, во. Сейчас. А, пока отправляю рейд на Костю. А, нет. Бля, ну не открывается. Еще нихуя это хуйтень. Вот, давайте. Оп. Калаш купили. Элитное снаряжение один. АВП. Вот это. Оп. Еще одно АВП. Стрёмный, блядь. Купил АВП, нахуй. Стим, партнер, блядь. Батя, вы прям подготовились. У вас у каждого бинты там стоят или что? Оп, бля, все скупили нахуй в секунды, блядь, как? Просто все поскупали в секунды. Этот, блядь, отправил просто в ту, в эту минуту, блядь, отправил все, блядь. Ебучий позор, как так быстро, блядь, вообще ебнутый, вы, блядь, компьютерные гении, нахуй. Аутсайдер, или как это называется, блядь. У Кости сейчас тоже будет, у Кости сейчас тоже будет также награды за скины. Костяк также будет сейчас награда за скины, поэтому переходите к нему, сейчас он также будет раздавать скины, и сидите у него, он также будет там награды за баллы, сидите у него в стриме, и будет также получать награды. Блять, киньте рейд, пожалуйста, можете модерации отправить рейд, я не могу, у меня, блять, стрим лагает, у меня лагает комп, пожалуйста, отправьте. Пожалуйста, о, все, отправил рейд. Короче, всем спасибо, ребят, большое. Завтра также. А, завтра не будет стрима, а завтра в Армавире буду. Но с Армавира я еще хочу подрубить стрим, который я тогда обещал перед отъездом в Москву, что я покажу, типа, места, там, школы своей, такой хуйни, где я был, что вообще происходило, какое время. Старое место из Армавира, легендарное место из Армавира, легендарное. Где происходил весь флекс, весь чил, весь движ, Париж. Поэтому подрублю оттуда стрим такой. Похожу, Айрел будет из Армавира, поэтому всем ББ, всем ГЛХФ, всем люблю, всех целую, всем пока, всем до свидания.